рейтинг Путина всегда взлетал в момент военных кампаний. Он пришел на войну. Чечня, Грузия и присоединение Крыма. Он пришел на волне второй чеченской войны, на такой жажде реванша. А далее война с Грузией. Это всплеск такой был. Аннексия Крыма третья. И вот нынешняя четвертая волна. Такая почти на максимум. Ну, максимум был 89% вот во время аннексии Крыма. Это, конечно, мобилизация и такая интенсивная пропаганда, связанная не просто с популярностью и доверием с Путиным, а с риторикой внешней или внутренней угрозы. Всегда, когда возникает тема опасности, угрозы для благополучия абсолютного большинства, то вот эта вот поза или жесты решительных действий борьбы с врагом, они всегда получают поддержку. Но это не только в России, это же просто классическая политтехнология. Ну, как, конечно, в России... это очень умелое использование политтехнологии. А означает ли это такую безусловную симпатию, там, 80-процентную симпатию, любовь, энтузиазм? Нет, не означает. Отношение к Путину довольно сложное и противоречивое. С одной стороны, признается действительно его успехи, на мой взгляд, это миф пропагандистский, но тем не менее, это, люди в это верят. Миф то, что Путин восстановил авторитет России как великой державы, авторитет среди мирового сообщества, на международной арене. Проверить это люди не могут, потому что других источников у них нету, кроме как вот сведения из телевидения. Это с одной стороны. С другой стороны, довольно критическое к нему отношение, потому что он не добился успеха, по мнению людей, в борьбе с коррупцией, с решением экономических проблем, там, с бесправием населения. Что, если говорить о рейтинге? Безусловно, поддержка после присоединения Крыма подскочила. До этого она падала, просто почти 5 лет. С 2008 года после... Там, я вас перебью, до Крыма была еще Олимпиада, которая очень сильно... Олимпиада приостановила падение. Угу. Она только... Это был такой... Ну, повлияла, скажем так, результаты. Да. Но все-таки это в конце 2013 года, на январе 2014 года, это был самый низкий уровень популярности Путина. И наоборот, очень большая часть... Опрошенные говорили, что они устали от Путина ждать выполнения его обещаний и что они хотели бы видеть другого кандидата. После присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе ситуация радикально изменилась. Во-первых, изменилось информационное пространство. И рейтинг Путина, конечно, подскочил. Одобрение касается прежде всего именно этого, его образа защитника русских на Украине и в Донбассе. Он в этом смысле ведет себя правильно, по понятиям, защищая своих вне зависимости от всякого окружения. Это раз. Второе, что я хотел бы в этом сказать, это не означает высокой конкретной оценки его политики в области экономики, борьбы с коррупцией, с терроризмом, крайнее недовольство в отношении социальной политики, деградация медицины там, и прочее. Образование. Образование. Mm-hmm. Люди понимают, что мы оказываемся в таком военно-полицейском государстве, если посмотреть по приоритетам расходов бюджета. Потому что доля расходов на армию и на полицию, она в
примерно в четыре с половиной, пять раз больше, чем... Вы не считаете, что это вынужденная мера? Вы считаете, нет, что это... Да, конечно, нет. Понятно. Причем вот. Тут нет. Это как раз результат полностью того, что общество не участвует в этом. Когда мы спрашиваем, на что надо тратить деньги, люди говорят, как раз на социальные расходы, на медицину, на социальную защиту, на образование. Это то, что обеспечивает развитие общества. Это социальный капитал и есть. Поэтому в этом смысле приоритеты приоритеты у руководства... Вы знаете заявление Бонапарта, что народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Это, в общем, этот тезис на самом деле жизненный. Это навязанное чувство угрозы. Потому что, когда мы начинали в 1988 году свои опросы, первый опрос задали, есть ли у страны враги. И нам назвали только 13% в общей сумме. И там были коммунисты, сепаратисты, исламисты, ЦРУ, Запад, кооператоры, мафии. Вот смотрите, 13% вы сказали. 13%. То есть это примерно те же 12%, которые не поддаются телепропаганде. То есть те люди, которые видели действительный расклад на тот момент. А 50 с лишним процентов в России, 52%, 47% по Союзу, сказали, зачем искать врагов, когда все проблемы с нами, с нашим прошлым. Ну, мы наивные были, конечно. С приходом Путина эта цифра, ну, она медленно поднималась, не буду уже все полностью приписывать Путину, но, во всяком случае, к 2003 году эта цифра поднялась до 80%. После присоединения Крыма 84%. Сейчас она 80%. Вот это создание фантома, мифа о том, что мы живем в враждебной среде, это порождение своих внутренних проблем. Это проблемы собственной агрессивности на мир. Совершенно свободная атмосфера, понятно, некоторые живая. Можно было бы повести беседу так, больше говорить о социологии. Я, в общем, думал, что больше о социологии, об организации, достоверности и прочее. Меньше обо мне самом. Ну, это не от меня зависит, я в данном случае отвечаю на вопросы. Я готов отвечать на любые вопросы, поэтому к любым вопросам более-менее готов. Приветствую вас, друзья и недруги. Удивительное дело, зрители исходят из презумпции того, что если журналист, задавая вопрос и выслушав ответ, не вступает в полемику со своим визави, то он согласен с позицией гостя. Это не так. Я просто считаю, что мой зритель, он достаточно умен для того, чтобы делать выводы самостоятельно из того, что он услышал, а не подавать мою какую-то авторскую оценку тех или иных заявлений моего собеседника. А вот в свое время уход вас, ваш, я имею в виду и Левады, и всего коллектива из ВЦИОМа, это тоже была политическая мотивация? Ну, на нас было оказано очень сильное давление. Какого рода? Ну, мы готовились к акционированию, поскольку государство перестало нас финансировать в 91-м году, сразу после краха. То какое-то время мы существовали, научились жить на собственные средства, на те, которые зарабатывали, и пытались акционировать. В 2002 году на наше руководство, еще тогда был Юрий Александрович Левада, было оказано давление. Просто его вызвали и сказали, вот вам новый директор, вы человек пожилой, вы должны уйти. Вызвал кто меня, вот интересует, кто вот мог вызвать Леваду? Леваду представитель, ну, учредители ВЦИОМ еще тогда. Ну, стало быть, собственники. Ну, собственники, это да. Было государство. Извините, Минтруд и профсоюзы. Ну, тем не менее, собственники. То есть только люди, которые... Перед этим только что Левада был назначен на 5-летний срок. В этом смысле он полностью был в правовом поле и защищен. Назначен, не выбран. Ну, выбран и назначен, потому что тогда еще действовал закон о выборах руководства страны, а авторитет его был таков, что тут нет никаких сомнений. Вот. Ему показали, он спросил, а кто, собственно? Вот.
некий аспирант тогдашний Левада сказал, что нет, этого не будет. Потому что это означало смену курса просто всего информационного. И когда стало ясно, что работать нормально центр, это все-таки очень сложная организация, стало невозможно, мы создали, ну мы, я тогда еще не был в руководстве, дирекция создала запасную площадку, аналитический центр при ФЦИОМ. И туда все ушли. ФЦИОМ, все... по-моему, это ФЦИОМ, называлось. Аналитика это было, называлось, да. И туда перешли все сотрудники, почти все сотрудники. Вот. А, соответственно, дальше арбитражный суд по заявлению нового руководства. Используя торговые марки, то есть бренд ФЦИОМ, это как раз все понятно. А, но это было прямое давление, абсолютно точно. Мне кажется, с такими элементами экономического... Нет, такого, никакой там экономики не было. Какой хорошо. Экономика? Хорошо. Совершенно свободная атмосфера, понятно, некоторые живая. Можно было бы повести беседу так, больше говорить о социологии. Я, в общем, думал, что больше о социологии, об организации, достоверности и прочее. Меньше обо мне самом. Ну, это не от меня зависит. Я в данном случае отвечаю на вопрос. Я готов отвечать на любые вопросы. Поэтому к любым вопросам более-менее готов. Владимир Путин унаследовал от ушедшего в отставку Бориса Ельцина практически развалившуюся страну. Каких только проблем не было тогда у России, начиная от катастрофического уровня бедности и заканчивая внутренним военным конфликтом и терроризмом. Таким образом, перед малоизвестным тогда Путиным стояла невыполнимая, как многим казалось, задача. Бывший агент КГБ Владимир Путин был также реформатором в своем родном городе Санкт-Петербурге. Сочетающаяся в нем жестокость и либеральная настроенность, судя по всему, по душе российскому народу. Путин незамедлительно приступил к решению российских проблем и начал с Чечни. Мы будем преследовать арестов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы и в Сартире их замучим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. После серии терактов в разных городах России Путин объявил вторую чеченскую кампанию. Бои шли ожесточенные, потери были огромные. Это стало первым и далеко не последним столкновением позиции нового российского лидера и Запада, осудившего Москву за применение силы. Однако жесткий подход Путина находил поддержку среди россиян. Могу заверить вас, что в своих действиях буду руководствоваться исключительно государственными интересами. Разумеется, далеко не все шло гладко. Особенно это касалось сложившейся олигархической системы. Некоторые из них пришли ко мне в кабинет, в Белый дом. Напротив, сели и сказали, ну вы понимаете, что президентом здесь вы не будете никогда. И как удалось их приструнить? По-разному, разными средствами. Один за другим олигархи были повержены. У руля снова стоял Кремль. Москва принялась наводить мосты. Я посмотрел в глаза этому человеку и увидел, что этот человек очень прямой и заслуживающий доверия. Мы провели очень хороший диалог. Я сумел ощутить его душу. Души душами, однако первый срок Путина был омрачен еще одним событием. Проводятся спасательные мероприятия, чтобы освободить из субмарины более 100 подводников. Скажите, что все-таки случилось с подлодкой «Курск»? Она утонула. Гибель подлодки «Курск» была испытанием для Путина. Трагедия стала не только национальным унижением на мировом уровне, но также вызвала волну возмущения в самой России. Однако начались и перемены к лучшему. В отсутствие олигархов в государственную казну потекли налоги. Огромный долг России постепенно уменьшался, российская экономика становилась на ноги.
Все это помогло Путину переизбраться на второй срок. За 4 года Россия стала другой страной, однако не все старые проблемы исчезли. В 2004 году террористы захватили школу в Беслане и в течение почти 3 дней удерживали в заложниках более 1000 человек, 800 из которых были дети. При штурме около 200 из них погибли. Многие потом обвиняли спецслужбы и самого Путина в неправильной реализации спасательной операции. Нетерпимость президента к радикализму привела к усилению государственного контроля во многих сферах, что вызвало возмущение западных СМИ. Он установил контроль над обеими палатами парламента и над всеми политическими партиями. Он притесняет гражданское общество. Любая общественная организация, не отвечающая его линии, сталкивается с проблемами. Однако Путин никогда не был сторонником изоляционизма. И даже критики признавали его дар красноречия. Культ личности Путина охватил даже печатные издания. Тренировки под дзюдо, игра на фортепиано, гонки на болидах – ничто не ускользало от объективов камер. Конституция не позволяла Путину баллотироваться на 3-й срок подряд, поэтому в 2008 году он передал власть своему давнему другу Дмитрию Медведеву. Но даже на посту премьер-министра Путину приходилось решать непростые задачи. В августе 2008 года грузинская артиллерия открыла огонь по отделившейся от страны Южной Осетии. Россия ответила на нападение военными мерами. Госсекретарь призвал Россию остановить агрессию против Грузии, которая является союзником США. Президент Грузии заявил, что Россия напала на его страну. По мере развития событий позиция западных СМИ, согласно которой Россия являлась агрессором, пошатнулась. Для начала хотелось бы сказать, что я убегала не от российских, а от грузинских войск, которые бомбили наш город. И я хочу поблагодарить российских солдат, которые нам помогали. На этом, однако, проблемы не закончились. Финансовый кризис 2008 года угрожал вновь обрушить экономику, на восстановление которой ушло десятилетие. Напомню только, что всего год назад с этой трибуны звучали слова наших американских друзей о фундаментальной устойчивости и безоблачных перспективах экономики США. Тем не менее, Россия постепенно вставала на ноги. Вместе с развитием среднего класса росло и число несогласных с политикой властей. Из-за подозрений в махинациях на парламентских выборах тысячи россиян вышли на улицы. Это сделало третью победу Путина на президентских выборах еще более эмоциональной. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили! Однако спустя 2 месяца протесты возобновились с новой силой. Это было последним крупным антиправительственным выступлением оппозиции. Однако правительство все же ослабило некоторые принципы избирательного процесса. Кроме того, статистика была на стороне Путина. К 2013 году российская экономика выросла в 10 раз. Госдолг достиг одного из самых низких показателей среди развитых стран. За время пребывания Путина у власти пенсии и зарплаты выросли почти на 1500%. Что может увенчать череду таких достижений лучше, чем Олимпийские игры? Право проведения зимних Олимпийских игр 2014 года предоставляется городу Сочи. Россия получила право на проведение зимних Олимпийских игр в Сочи, но для начала нужно было полностью перестроить целый город. ABC News провел эксклюзивное расследование случаев вопиющей коррупции, взяточничества, чемоданы, набитые под завязку деньгами. Ведущие западные СМИ сконцентрировались на мрачных историях. Улыбающаяся собака позади меня не из программы «Док-шоу». Она из российского города Сочи, и, скорее всего, ее уже нет в живых.
С приближением Олимпиады напряжение нарастало. Неужели это лицо террористки-смертницы? Я бы не стал отправлять туда свою семью. Каждое такое событие в той или иной степени угроза. Но Олимпийские игры прошли без сучка, без задоринки. Владимир Путин мог испытать гордость за российских спортсменов, которые возглавили неофициальный командный зачет. Однако радость была недолгой. Жестокий государственный переворот с участием радикальных националистов соседней Украины поставил Россию в трудную ситуацию. Что делать с Крымом, большая часть населения которого – этнические русские, и в котором, к тому же, расположен Черноморский флот России и тысячи военных? Наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления крымчан. И поэтому мы должны были предпринять необходимые меры, чтобы события не развивались так, как они сегодня развиваются в юго-восточной части Украины. Чтобы не было танков, чтобы не было боевых подразделений националистов и людей с крайними взглядами, но хорошо вооруженными автоматическим оружием. Поэтому за спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. В считанные недели в Крыму был организован референдум, по результатам которого полуостров решил отделиться от Украины. Мы поняли, что в отношении Крыма речь идет не просто о какой-то территории, даже стратегически важной. Речь идет о миллионах русских людей, о миллионах наших соотечественников, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке. Последствия этого события оказались суровыми. Вхождение Крыма в состав России стоило последнее исключение из состава Большой Восьмерки и санкциями со стороны Запада. Президент Обама ясно дал понять, что если Россия не изменит свой курс, то ее ожидают последствия. Политические отношения будут приостановлены. Вскоре должен был состояться саммит России и ЕС, но в сложившихся обстоятельствах это невозможно. Большая восьмерка прекратила свое существование как саммит и как формат. Но после 15 таких непростых лет Владимир Путин, кажется, готов к любому вызову. Может быть, Мишке нашему надо посидеть спокойненько, так? Не гонять поросят и подсвинок по тайге, а питаться ягодками, метком. Может, его в покое оставят? Не оставят. Потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепи. А как только удастся посадить на цепи, вырвут и зубы, и когти.